Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас обзор следующего героя на максималочке. Решил вам с утра записать. Опять же, всех... Ну, у вас уже, наверное, прошедший, я не знаю, когда этот видосик. Открою с Пасхой еще раз. В общем, поехали. У нас сегодня на обзоре будет интереснейший герой. Так, давайте сейчас я подумаю, вместо кого поставить. Вот вместо Огника пока поставим. Интереснейший герой в плане PvP локаций, фарма тоже. Это рогатка. Вот такая вот рогаточка у нас будет. Поставим ремочку, чтобы сразу включалась. Ну, ремка не особо нужна, потому что герой быстро заряжается, но так как мы будем тестировать, скажем так, очень, давайте вот так, соло, то надо, чтобы быстрее включался. С доспехом у меня варианты разные есть. ИСО поставить. Ну, у меня такой вариант сейчас будет на обзоре. Давайте докачаем сейчас прорыв. Заберем плюшки. Сегодня мега-мега плюхи. Один плюс один работает. Такс. Докачиваем героя. Чем герой хорош? У героя есть приспешники, так опять мне не хватает, которые нереально круто себя показывают непосредственно в бою уже. Так, надо докупить. Кулаки некуда девать. Такс, финишная прямая у нас. Ой, апнем уже. Лям 320. Так, отлично. Есть. Что мы имеем? Так, где? Вот такие остатки, в принципе, неплохие. Это средний танк, скажем так. 260 тысяч жизни, это немало. Плюс еще миллион. Атака 9700. Ну, самое основное, я же говорю, в приспешниках, которые реально очень тащат. Поехали. У меня, правда, смотритель, наверное, есть. А, нету, отлично. Ну, как обычно, в рейде, как видите, вот в чем плюс, то, что есть приспешники, их долбят. Ну, видите, то есть герой не чисто такой для фарма, больше герой для PvP локаций, таких как Забытая, там, Лабиринтик, такого плана. На атаке фартом, не знаю, ну, смотря какая сборочка, все зависит от сборки. Приспешники его один отражает, отхиливает, второй увеличивает урон. То есть нереально универсальный получается герой. Ну, видите, 38% мы, в принципе, набили. Так, герой дальник. То есть это самое основное, что он работает вдали. Так, где подземки? На подземках, я не знаю, смысла от него нет. На архидемоне неплохо заходит. Особенно те, которые отражают, потому что он кидает окаменение на зону. Это своего рода как медуза. Вот видите, закинул и все гуд. В этом плане тут нереально он крутой. Посмотрите, как работает чудесно просто. Ну, по чуть-чуть выносят. Отражалка. Хилят его, то есть, ну, интересный герой, но опять же, на свое время, как он вышел, реально очень крут, очень много было на него надежд на сегодня. Я его так часто не использую, потому что его сливают. Все зависит, конечно, от сборки, от применения, но у меня есть куча других героев, ему надо добежать, включиться. Ну, как видите,
вроде держит, но стан, ну, как и многие герои, вот 30-й прорыв, вроде, казалось бы, должен тут просто что-то нереальное показывать, но, в принципе, среднестатистический герой, то есть ничего такого особенного в этой локации в нем нет. Сейчас мы пойдем на PvP локации, там уже будет поинтересней. Ну, тащит 30-й прорыв как-никак, блин, это мега-танки получается, плюс 1 000 000 жизней у каждого героя, плюс атака 20, там, 5000. Вот, бонусами получается больше атаки в пару раз, чем у самого героя. Такс. С этим разобрались, поехали на арену. Тут будет поинтересней. Опять все зависит от вашей сборки, какого вы соберете, какую рогатку вы соберете, потому что с СО рогатка, я показывал, можете посмотреть обзор, очень-очень неплохая. Вот смотрите, вот раз. Бигфута, в принципе, он... Так, ну Фрейя и все. Вариантов особо много нет. Так, это что такое было? Вот смотрите, камешек. Тут один герой, тут ничего не сделаешь. Плюс то, что у него зональная. Вот сейчас он, если успеет, посмотрите, как героев. Вот в этом плюс. Ну, сливается он на ура. Такс. Давайте еще попробуем. То есть один герой, как некоторые есть герои, тащить он не будет. Но навредить может. А в пачке он очень будет крутой. В пачке получается он... Вот видите, отражалка пошла. Так, стрелок. Ну, кто кого. Вот плюс еще есть то, что он отражает урон. Ну, это если приспешник кидает щит. То есть в этом тоже плюс. Они в приспешнике вылазят, когда герои атакуют. То есть они не в атакующем варианте. Тоже, скажем так, нюанс. Если бы не когда он атакует, это вообще был бы очень крутой герой. А так получается только когда герой получает урон. Так, давайте еще на этом попробуем. Ну, такое. И неплохо, и не хорошо, скажем так. То есть варианты сборки есть разные. ССО самый лучший вариант, с которых я тестил. Так, давайте, интересно, еще этого попробуем. Как видите, против топовых героев 30-й прорыв даже не особо тащит. Ну, это не космос, скажем так. Так, опять она такого же напоролась. Ну, вроде как бы, видите, дамажит. Ну, задержать героев-то, в принципе, он может. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Поехали дальше. Поехали в самое интересное. Это забытое. Вот в забытое он себя очень классно показывает. Особенно если взять там связку Медуза. Леди Лео. Это все зональные уроны. То есть реально очень круто получается. Но один он тащить не будет. Смотря, конечно, какие противники, но против топов. Вот посмотрите, его просто разобрали. То есть 20-е прорывы и все. Такая сборка. Вроде и классная, крутая там максималка, но, к сожалению, ничего не может, скажем так. На, смотря на какой силе, допустим, на мелких левелах реальный герой будет тащить. В топах, честно скажу, не очень. Ну, когда будет 5 героев, либо трое,
Посмотрите, вот сейчас вот неплохо сработал. Там космо помешал. Немножко нам чуть-чуть не хватило. Ну, 20-е прорывы, в принципе. Вот в таком варианте это один герой. А когда будет их там пара, то, в принципе, они справятся. Что себе, отражалки там, что ли? Ужасно. Будич тащит. Тащил. Чуть-чуть не хватило нам. Давайте попробуем по-другому. Нападем на вторую пачку. Его запустим. Тут отражалки. Он сейчас просто слился. Вот видите, слился на отражалках. Асура, Хрон, все. То есть на отражалках надо совсем другую сборку, потому что урона у героя очень много, и он будет сливаться очень часто. То есть доспех надо ему ставить однозначно, потому что любая отражалка, и он просто будет ушатываться, и вы ничего не сделаете. Там у нас Ронин. С Ронина не убьем. Вот Ронин, кстати, тоже такое западло. Зачастую не успели. Вот опять Хрон. Ай, не успел я его первым поставить. Ладно. Ну, Фрея с выживанием. Ну, тут ему, как видите. Ну, хотя, в принципе, бодается, посмотрите. Вот почти-почти там у кого-то даже снес. То есть, в принципе, неплохой вариант. Бабашка будет убиваться, если приспешник включится. То есть, он отражает урон. Но, опять же, соло он тащить не будет. Ну, тоже снеговик. Зонально, кстати, неплохо у него сработало. Фрейю не могут убить. Фрейя с выживанием. Тоже подарок еще тот. Пока ты ебешь, она потом отхиливается. То есть хороший вариант, чтобы вот не дать противнику пройти. Ставите выживание на Фрейю, на Огника, сожевывая особенно. И отхила немножко, и все, вы ничего не сделаете. Ну вот, как видите, без вариантов. Вот такой вот, ребятушки, герой. Пишите в комментах, что вы хотите еще увидеть. Лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.